Добрый день, уважаемые друзья-майнеры. Сегодня 27 июля, суббота. У нас отгрузочный день. Вот вы видите, две фуры готовы к отправке. А я приглашаю вас пройти к нам в цех. Сегодня по плану у нас 6 фур. Если вы помните наш фильм, в декабре месяце мы снимали «Киты заходят в майнинг». Тогда у нас было огромное количество заказов. Это заходили предусмотрительные майнеры. Оборудование тогда лежало на полу. Сейчас они уже отбились. Ну, а вот сейчас опять очередная волна. Огромное количество заказов. Работаем в две смены. Приходится держать огромное количество комплектующих, теплообменников, насосов, ну и так далее. По поводу электрики. Электрики у нас профессиональные. То есть в полном смысле слова мы делаем заводскую электрику. Значит, чтобы удовлетворить вот такой вот огромный спрос, нам пришлось немножко поменять производственную схему. Если раньше мы выпускали весь модельный ряд одновременно, то сейчас мы, вот на прошлой неделе, мы делали установочки на 36 асиков S9. На этой неделе мы выпускали установочки на 24 асика S17. Вот вы их видите сейчас. Значит, суббота-воскресенье мы перенастроим станки и со следующей недели будем делать маленькие установочки на 3, 6 и 8 асиков. Значит, если вы помните, мы 2 месяца назад делали фильм, он назывался «Утопили 3 асика S17». Я там как бы анонсировал, что наши программисты обязательно взломают китайские коды, чтобы сделать прошивку, чтобы был разгон у асика. Так вот, нашим партнерам из МСК это удалось. Значит, в потолок мы пока не гоним. Остановились на хешрейте 77 терахеш. Это плюс 35% к базе. Я считаю, очень неплохо. Для наших клиентов, которые у нас покупают установки, мы делаем разгон со скидкой. Ну, а так, пожалуйста, обращайтесь. 35% к хешрейту легко, что называется. Вот. Мы не выкладываем это в открытый доступ с DeFi по той простой причине, что, как и в прошлый раз с S9, найдутся всякие в нише, ну и прочие там с ними, которые просто скопируют нашу прошивку и будут выдавать ее за свою. Так, ну вот тут мы испытываем наш S17. Сейчас он в разгоне. Потребляет 1,8 здесь, 1,8 примерно здесь. Итого 3,6 киловатта. Ну и вот хешрейтик его. Сейчас я обновлюсь. Вот смотрим. Вот он уже у нас тут приличное время работает. Ну, 77. Стабильно, стабильно он держит. Ну, вот и все на сегодня. Обязательно досмотрите вручение приза за самую креативную систему охлаждения нашему рыбомайнеру. А победителем нашего предыдущего конкурса стал страстный рыболов, врач по профессии Кирилл. Вот посмотрите на его иммерсионную ферму. Реально круто для гуманитария, я считаю. Сейчас он, к сожалению, в отъезде, но как только вернется, мы обязательно его пригласим и торжественно вручим под барабанную дробь установку. Да, клев неважный сегодня. Рыбка-то мелковата, но несмотря на это, майнится неплохо. Там у меня в небольшом скворечнике спрятан приемник йота и модем. Все рыбаки знают, как сохранить на рыбалке в такой жаркий день напитки прохладными. Я вам сейчас покажу. Здесь у меня хранится специальная
иммерсионное пиво от Beminer. Не представляете, какое оно вкусное. Сказка. Именно это натолкнуло меня на великолепную технологию иммерсионного охлаждения. Вот тут и находится моя иммерсионная фирма. Вот тут мы и майним. Ну, покажу вам еще одну ферму. Все уж вытаскивать не буду, потому что тяжело это все. Ух ты, блин. Вот еще одна. Вот так вот и проходит процесс майнинга. Вы думаете, легко? Погодка-то самая что ни на есть рыбная сегодня. О, а вот и рыбомайнеры подъехали. Ну, сейчас пойдет клев. Опа, о, 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 о. Оп, ха-ха, ес. Лови, 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 опа. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Приветствую. Чего же дочка привез с собой? Ну, вы спросили. Ну, всегда с дочкой теперь приезжайте. Можно подружек брать. Какая печка у вас классная. Своими руками собирал. Правда? Неужели я похож на человека, который может обмануть девушку? Да, хороший у вас велосипед, Евгений. Тормоза дисковые. Отлично. Увлекаетесь велоспортом? Да нет. Это победитель прошлого конкурса Джахангиру. На свадьбу приглашает, подарок. Повезло Джахангиру. Да что вы про Джахангира. Давайте перейдем к вашему изобретению. Я вам тут бутылочку специально приготовил. Покажете, как лихо у вас получается асики-то оставлять? Да. Хорошая бутылочка. Да нет, наверное. Вы же не расскажете свой секрет приготовления блимида. А что? Это наша небольшая ноу-хау. Конкурирующая фирма? Будете производство свое организовывать? Ну, мы подумаем, подумаем. Завидно, и у вас невеста будет. А жених-то у вас есть? Да есть один майнер на примете. Ну, я надеюсь, из продвинутых иммерсионщик. Так, воздушник. Тогда не торопитесь. Сейчас угольков добавим. Шишечек. О. Как положено, на еловых шишках. Сейчас согреемся. Так, ну вы определились, ребята, как вы установочку-то забираете? Как думаешь, Наташа? Мы выбираем под S17. Это дальновидный выбор. Ну что, Асик, дорастет до 100 биткоин? Говори. Да? Точно? Уверен? Однозначно. Молодец, молодец. Пошла, родная. Аккуратнее, тоже наш. Ну все? Все, ребята. Спасибо, Евгений. Давайте. До новых встреч. Приезжайте еще. С подружками. Удачного майнинга! Ну и не забывайте про наш новый конкурс. За самые креативные комментарии к этому ролику пингвины атакуют. Мы презентуем установочку на 6 асиков S17, либо 8 асиков S9, по вашему выбору. Вы сами определите победителя. До свидания.